Дом-2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Сегодня Саша Перетятко покинула проект по собственному желанию. Девушка написала, что проект Дом-2 был для нее настоящей школой жизни. Ира Пинчук и Ваня Барзиков уже помирились. Ребята остаются на поляне, строят любовь. Хотя еще вчера Ира хотела лететь на остров. Сегодня вылетают на Сейшелы 6 девушек первого сезона. Катя Кауфман, Юля Теплова, Лиза Полыгалова, Алиса Огородова, Лиза Кордобовская и Мадина Кузаева. Илья Ебаров хочет быть с Кауфман, мужчина написал. «Малышка, мне уже грустно и плохо без тебя. Думаю каждую минутку о тебе. Мы все пройдем, и если жизнь подкидывает такие испытания, значит так нужно, чтобы потом нам было хорошо. Любимая, знай, что я тебя сильно люблю, целую и скучаю». Глеб Жемчугов всерьез задумался об уходе с проекта, чтобы вернуть семью. Козяс и Иванов улетели к парню домой во Владивосток. Ребята живут в гостинице, отлично проводят время. Сегодня Саша познакомилась с сыном Кости. Интересная новость с сайта Шлок. Андрей Чуев заявил, что домики в Нарфоминском районе будут готовы только к лету. Ирина Михайловна провела время в компании Максима. Позже мужчина поделился событиями. «Мы поехали кутить, время провели здорово. Я напомнил Ирине Михайловне, что с ней ничего не может быть, держал дистанцию. Приехали на поляну в 11 часов утра, и вновь война дочка с мамкой. Майя, нацепив наряд полицейской в короткой юбке, пришла ко мне в мужскую и требовала меня, чтобы я целовал ее каблуки, аргументируя тем, что я вновь поехал на свидание с ее мамой, и Майя простит меня только через поцелуй ее обуви. В ответ я отпорол Майю по заднице замороженными сосисками». Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.